Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас мы находимся в спортивном клубе движения. Меня зовут Левон Смирнов. Анастасия Сечина. Вот, Анастасия. Друзья, много задают вопросов, что же такое лоу-кик в голову. И сейчас с помощью Анастасии мы это разберем. Анастасия расскажет вам немного об ударах. Существует три вида кика. Хай-кик. Друзья, как нам сказала Анастасия, удары по трем уровням. Хай-кик, верхний уровень, middle-kick, средний уровень и low-kick, удар нижний уровень. Так как же вы спросите, вы может осуществиться low-kick в голову? Элементарно. Смотрим. Специально для любознателя. Лоу-кик в голову. Реальная вещь.